из берегу, прячущий по стенам рекламы. Просто родной человек. Вот мы, папка Лёшка, Женька Злыдин. Папка Лёшка привел Женьку Злыдин из Нижнего Новгорода. Впоследствии этого папки Лёшки я потом и побывал в гостях тоже, а Лаверды, потому что вписывались ребята у меня, ночевали и потом играли песни. А с папкой обычно балаган ходил, Багира и прочие девчата. Катька. Обязательно надо всех вспомнить. Вот. Я также Женьку привел Злыдин. И он спел комиссара своего потрясающе. Только мне все время приходилось подкладывать ему ногу под это, под пятку. Он мне долбал пяткой. Потом я присутствовал, я знаю, как рождалась эта вещь. Но они били меня ногами по почкам. Так что Женькин шовинизм весь выстрадан. Все, что ему приклеили, фашика, ну что поделаешь? Нормально, что поделаешь, если человека довели просто? Что-то такое. Я просто помню, как он это говорил, они били меня ногами по почкам. Вот. Потом, когда они пытались с папкой Лёшкой в 94-м уже, он уже вернулся из Германии. Они пытались меня спасать от каких-то моих заморочек, как им казалось. А я приезжаю и пою им новые песни, а они все старенькие. И они говорят, да, Макс, что-то мы тут... Кто кого спасает еще? Вот это помню. И вообще, просто на самом деле я поражен был талантом парня этого. Они ведь очень интересные, эти вещи, песни. Единственное, у меня было к нему претензия, говорю, ребята, ну что ж вы с пальцами делаете, вы же музыканты, нам надо их держать, чтобы сыграть те вещи, которые мы придумали. Вот. Вот это если говорить о Женьке, удивительном человеке. Да, и просто я закончу. И вот он умер, да? И через год где-то, и мне снится сон. Вот, чтобы мы... Как без этого уже никак. Это же очень важно, что нам снится. Вот. И тут Женька при лампе, при торшере сидит и просветленный такой говорит. Я только запомнил. Он говорит, когда пришла любовь, Макс? И улыбался так просто уже. То есть там все, что здесь, где-то разрывало его, еще мучило, но что-то, видимо, пришло дальше. Так что я абсолютно за него спокоен. Мою юродство здесь.
Радость наша, Русь Марусенька, Раша Машенька, родненькая, прости ты нам тщедушным грешником твоим юродливеньким все эти ебаные щиты факи. Мы всосали их с пепсиковой мачехи Америки, Соединенной Штатихи. Щелкает, как это представлю, так сердце ёкает. Почему ты несешь с ментом? Почему ты несешь с ментом? Зачем ты пришла в мой дом, если ты несешь с ментом? Почему ты несешь с ментом? Почему ты несешь с ментом? Зачем ты пришла в мой дом, если ты несешь с ментом? Ростислав Звездин тоже человек-легенда. Так это что?